В Оренбургской области МЧС проводит спасательную операцию на трассе Р-336 в районе Медногорска. Там из-за сильной метели оказались заблокированы несколько десятков машин. Людей в общей сложности почти 70 человек, в том числе детей, эвакуировали на автобусах. Автомобили, оставленные на дороге, находятся под охраной. Позже их передадут владельцам. Из-за непогоды закрыт ряд дорог в соседней Башкирии. В одном из районов 8 сел остались без света. Между тем, настоящая зима пришла и в Сочи. На курорте похолодало до -5. Горожане и туристы спешат сфотографироваться на фоне заснеженных пальм и магнолий.